Привет. Привет. Что сегодня делаете в зале вылета? Прилетел товарищ. Прилетел и улетает теперь в Америку. То есть он улетает, но подарил цветы тебе? Да, конечно. Кем приходится молодой человек тебе? Молодой человек? Бойфренд? А ты говоришь по-русски? Don't speak English. Don't speak English. I mean, don't speak Russian. Don't speak Russian. Ну, а как познакомились? А познакомились мы через соцсети. Он не мог пройти мимо моей фотографии просто-напросто. А тебе он понравился с первого взгляда? Да, он был похож на Дэвида Духовного из секретных материалов телесериала. А какая у вас разница в возрасте? 11 лет. Вот так. Ему 35, мне 24 года. Тебя не смущает это? Меня не смущает, но его смущает. Он бы был не против, если бы мне было лет так 28 или вообще 30. Было бы вообще замечательно. Ну и тем не менее, даже глядя на разницу в возрасте, он все бросил и приехал. Да, да. Он не думал, что я приду в аэропорт. Я не думала, что он приедет или прилетит. Ну, как бы были такие сомнения. А почему они возникли? Потому что друзья мне говорили, что он американец, он просто хочет найти какую-то украинскую девушку, просто использовать, вывести. Всем нравятся украинские девушки, но как бы, нас только используют. Я сказала, нет, ну как бы я доверяю этому человеку. А, может, я глупо выгляжу, но я все равно поеду навстречу. Ну и также ему тоже говорили друзья его, сказали, что лучше не ехать, потому что все украинские девушки любят использовать американских мужчин, поэтому, ну, как бы она хочет твоих денег. Но он не поверил всей этой информации, так как я не просила его о помощи, не просила там о деньгах, чтобы он мне там помог или выслал денег. Ну, действительно, это тоже было с моей... Что сказал? Сказал, что я очень хорошо выгляжу сейчас. Ну, а как друзья отнеслись к новости, что он уже все-таки улетает? Ну, его друг сказал, что смотри аккуратно там, если она будет вести тебя в непонятное место, то есть ты там будь, ну, то есть внимателен, нигде не щелкай, вот. И когда ты будешь там первую ночь ночевать там где-то, вы там будете, старайся спрятать там какие-то ценные вещи. И он это сделал. Он действительно спрятал эти вещи в комнате. Твои родители знают, что к тебе приехал друг? Нет, не знают. Не знают. Никто не знает. Кроме моих подруг, естественно. А ты что сказала родителям? Еду по работе. По работе надо уехать в командировку. Все. Как думаешь, что мама бы тебе сказала, если бы узнала, что ты поехала к другу с Америки? Мама была бы в шоке. Почему? Ну как, конечно же, менталитет в Украине совсем другое. Люди не понимают этого. Плюс, например, как бы ты говоришь, что ты с кем-то там встречаешься, мама, естественно, он хочет там тебя порезать на кусочки и отправить там в трехлитровой банке, знаете. Ну, то есть, естественно, мама будет к этому относиться с опаской, она будет переживать, нервничать. Ну, зачем? Зачем это? Как бы я тоже переживаю за свою маму. Я знаю, что со мной ничего не произойдет, но она-то этого не знает. Она думает, что всюду-всюду какие-то подвохи находятся. У нас период встречаний, цветочно-букетный период, да. Ну, как бы вот самый, да, именно так оно и есть. А ты можешь сказать, что ты его любишь? Ну, как сказать? Ну, пока нет. Ну, как бы прям так бурных эмоций прям... Нет, еще нет. Как думаешь, он тебя любит? Я думаю, уже... уже почти... почти-почти уже чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Очень много преград как бы этим отношениям. И, естественно, эти преграды иногда разбивают пары, портят людей. Говорит, что я бы хотел тебя сейчас запаковать в свой чемодан и просто забрать. Он был женат, разведен.
хочет обратно жениться, потому что ему нравится это состояние, быть женатым. Если ему так нравится быть в браке, то почему развелся? Ну, жена развелась. Как бы жене вот все это надоело. Все это что? Ну, вот то, что он такой заботливый, то, что он все ради нее, там, постоянно засыпает какие-то подарками и цветами ее. Она этого не понимала, ну, не то, что не понимала, поначалу ей это нравилось, но потом сказала, что этого слишком, заботы. Ну, как-то сложно поверить, что человек устал от заботы. Может, он что-то не договаривает? Я тоже пыталась у него это все выспросить. Она просто вот в один прекрасный день пришла и говорит, все, я ухожу от тебя. Ну, а потом оказалось, что она ему изменяла, у нее был другой парень, он был в большой депрессии, вот. Как бы 2 года он вообще ничего, ни с кем, никаких отношений вообще не заводил. Ну, а тут чисто спонтанно появилась моя фотография, да, и он говорит, ну, ты чисто случайность какая-то. Что вы планируете делать дальше? Просто хочу, чтобы были приятные моменты, и в этих моментах мы брали участие вместе, и все. А он хочет, чтобы мы женились. Серьезно? Говорили уже об этом? Ну да, как бы. Но я сказала, что и когда ты подаришь мне 1 000 000 роз. Вот, и он пытается это делать вчера, сегодня. Вот, но продолжает это делать. Вот будем считать, сколько подарит роз. Но он хотел купить сразу их, все сразу 1 000 000. Я сказала, нет, будем ждать. Будем, как бы, пошагово это делать. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит.